Список дураков. Однажды хан поручил Насреддину составить список всех дураков, которые находятся при его дворе. Насреддин подумал и решил, что если он действительно внесет в список всех дураков, визиров, викилов, нукеров и прочих, хан просто лишний раз посмеется, а он сам наживет себе врагов. Поэтому он решил поступить по-другому. В назначенный день он принес хану бумагу, где вверху стояло список дураков ханского дворца, а внизу крупными буквами было написано единственное имя, имя хана. «Что это?» – спросил хан. «Это список дураков, мой хан», – отвечал Насреддин. «Так значит, в моем дворце всего один дурак, да и тот я?» – грозно спросил Насреддина хан. «Да, мой хан», – отвечал Насреддин, – «глупее тебя я здесь никого не нашел». «А чем ты докажешь, что я дурак?» – закричал хан. «Видишь ли, хан, — сказал Насреддин, — раз ты поручил мне составить список придворных дураков, значит, ты знаешь, что при твоем дворе очень много дураков. И несмотря на это, ты держишь их, кормишь, поешь, одеваешь, оказываешь им почет. Это ли не высшая глупость?» «А если я докажу тебе, что все они хорошие и умные люди, достойные всяческого уважения, тогда как?» — спросил хан. «И в этом случае ты окажешься глупее всех, хан. Твое имя останется в списке», — отвечал Насреддин. «Как так?» — удивился хан. «А вот так», — сказал Насреддин. «Ведь если ты знаешь, что все твои приближенные умные и достойные люди, и тем не менее поручаешь мне составить список дураков, значит, ты сам глуп, ибо посчитал умных и хороших людей за глупцов». Хан понял, что ему ничего не остается сказать, совсем разозлился и говорит: «А если я докажу, что в моем дворце действительно один дурак, и это ты, тогда что? И опять-таки твое имя останется в списке, ибо кто, кроме самого большого глупца, поручит составить список дураков дураку?» – не растерялся Насреддин. «А что ты сможешь сказать, что сделаешь, если я сейчас позову палача и прикажу отрезать тебе язык?» – закричал вконец рассвирепевший хан. «Тогда я вычеркну твое имя и впишу свое, дабы в будущем никто не говорил тебе правды», — смело отвечал Насреддин.